Здравствуйте, в эфире телеканал «Гонза», и это я, Оксана Асабина. Сегодня речь пойдет о пластических операциях и их роли по смене пола. Знаете, я сменила пол. Я очень долго шла к этому, решалась, и потом подумала, почему бы не сменить пол. Мне говорят: «Оксана, зачем ты сменила пол? Это сейчас не в тренде». Я им говорю: «Ну а что не сменить? Была красивая женщина, стала красивая мужчина». Нормально. Нормально, тем более сейчас еще никто этого не делал. Гонза первая. Встретимся в аду. Пока.